представьте себе прямоугольник, внутри которого выбрали произвольную точку и соединили с вершинами. Докажите, что среди вот этих вот четырех отрезков обязательно найдутся три отрезка, из которых можно составить треугольник. Разделим прямоугольник на четыре части. Проведя среднюю линию. Да. Наша точка попадет в одну из них. Ну, для определенности в левую верхнюю. Отлично. Самый большой отрезок будет... Да, совершенно верно. И какие же разумно взять три отрезка, из которых будем складывать треугольник? К этой точке? Да. Этой и этой. Абсолютно верно. Из них мы знаем, какой самый длинный, правильно? Замечательно. Да, так вот, отрезок ТБ самый длинный. Надо суметь как-то объяснить, почему ТБ меньше, чем ТС плюс ТА. Самый длинный отрезок в прямоугольнике – диагональ. А да, кстати, да. А Т плюс ТС больше, чем длина диагонали. Например, да, это решение. А я думал так. Я думал сказать, что АТ больше, чем расстояние от точки Т до прямой. Проведи перпендикуляр. Из точки Т, да? А Т больше или равно вот этого расстояния, правильно? И ТС больше или равно этого. А сумма сторон прямоугольника больше диагонали.